Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье. У нас есть запрет на выход. Но, несмотря на это, мы рискнули и приехали вот сюда, на природу, в горы. Потому что уже просто невозможно находиться дома, тем более хорошая погода. Приехали на свой страх и риск. Ну, благо, это место очень близко от нашего дома. Буквально 10 минут езды. И вот сейчас... Папа Закир разводит костер. Мы будем делать мангал. Я сейчас салатик приготовлю. Кстати, у нас погода такие сюрпризы нам преподносит. То холод, то жара. Вчера вот был очень сильный дождь и прохладно. По ночам у нас все еще холодно. Мы еще до сих пор одеяло не убрали. Вот. А здесь хорошо. Сегодня жарко, как вы поняли уже. Надо мешок для мусора выбрать. На нашу помидору напал жук. Он хочет ее съесть. Всем привет! Мы с Девраном делаем салат. Девранчик мне помогает. Пусечка, ты не спишь? Нет. На свежем воздухе хорошо? Хорошо. А как ты теперь будешь слезать оттуда? Как залезал, так слезу. Очень хорошо. Тебе здесь надо сделать домик на дереве. Платформу такую деревянную. Дай подушку. Пожалуйста. Сейчас, да. Аслан, ты туда не лезь, сынок. Там ветки очень слабые. Они тонкие, эти ветки, не лезь туда. Ай, попа. Прям иголка. Осторожно, ладно? Ну все, и жить хорошо, и жизнь хороша. Пап, ты видел где? Деде! Вот пить же специально делал. Уголь будет у нас натурального происхождения. Дубовый кустарник. Тогда порезали же. Маки уже отцветают. У меня нос на природе, как всегда, потек. Смотрите, друзья, вот так растут артишоки. Кстати, я заметила, что очень часто их здесь сажают вдоль дороги почему-то. Вот такой куст. И вот такие вот у него плоды потом образуются. Маленький. Еще один артишок, вот этот вот вообще большой красавчик. Вот, он больше моей руки, больше моей ладони. Вот, собственно, прелести деревенской жизни. Представляете, какой здесь аромат стоит. Я тут хожу, окрестности осматриваю. Ой.
Смотрите, вот эти вот дома, вот эти вот, мы их видим из нашего окна постоянно. Вот с этой стороны. Они стоят на возвышенности. Если вот туда к этим домам подъехать, то будет казаться, что мы на горе находимся. А с этой стороны кажется, что они вообще на плоскости. На самом деле вот там вот возвышение небольшое тоже есть. Через полчаса, минут через 25 огонь будет готов. Огонь? Только огонь будет готов? А, ну, за мной, я могу, чабук пищу, перзолу. Перзолу, перзолу, перзолу. Мы с Девраном лежим. Отдыхаем. Показать вам, какой у нас вид впереди красивый. Вот такое дерево. И вот там такая красота. Огонь! Огонь – моя любимая вещь. Любишь огонь? Да. Огонь что, прикольный, теплый, но опасный. Вы знаете, на солнце так жарко, а в теньке прохладненько. Мы укрылись одеялком. Девран в кофточке. А посмотрите на Аслана. Аслан, ты где? Я не тут. Ну-ка покажись. Аслан, ты где? Я сзади. Христианин, блин. Аслан, оле вурма, бак, я сана уретим. Дур, дур, олом, дур, оле. Бак, бак, шуну я. Бак, я сана гостережем. Гел. Гел, я. Мяско готовим. Гел, баба, гел, тамам. Мам. Я не знаю, сынок, где ты ее бросил? Точно в этом. Сумки. Подожди, сумки. Перзола. Ва, крадя на сцену. Там пошесть, посмотришь, давай. Салат мама заправляли. Красим ба. Там будет готов. Маши нас пишет. Дети, не мочитесь. Что? Не мочитесь, не надо. Волосы. Не надо. Надо. А, а, бро, о, на, дилла, да? А, обещали уже все. Как пикник это. Если мало соли, еще посолить. Хлебушка хотите? А, вот, вот тут. Я тут ради, Лена. Пап. Это настоящий пикник, да? Да. На этот год. Афет Олсун, приятного аппетита. Спасибо. Попробуй. Готовы, нет? Я беру. Ну как? Вкусно? Это сам буду на слые пленки, бунда я не щетничаю. Она вкусная, кукурузка получилась. Вкусняшечка. Друзья, мы потихонечку домой собираемся. Попрощаюсь с вами. До новых встреч. Всем пока.